И снова здравствуйте. Наша телепередача «Путешествие по Америке» продолжается. Сейчас я нахожусь неподалеку от нашего тренировочного зала. Вот. Но также хочу показать, с чем рядом зал вообще существует. Так как зал тяжелой атлетики, вид спорта опасный, достаточно, тренеров хороших нету, поэтому ребята могут исполнять все, что им заблагорассудится на тренировках, ну, что может привести, конечно, к печальным последствиям. Но, чтобы сильно не утруждаться, зал находится рядом прям вот с кладбищем. Вот мне даже кладбище здесь интересно. Они настолько отличаются от наших. А туда же покойники, патриоты. Все с флаж... Как тут увеличить-то? Чтобы увидели. Все, в общем, большинство из памятников с флажками. Вот. Прикольно так. Надо погулять. Хоть и кладбище, но тоже интересно. Ну вот. Ну что, как я говорил и обещал, к нам в гости приехали друзья из Нью-Йорка. Сейчас я с ними провожу класс. Так, ну вот он, наш ученик, Антонио из Нью-Йорка. Девушка убежала, застеснялась из кадра. Сегодня мы работаем над углами, над исправлением углов подвода к подрыву и сам рывок, так скажем. Okay, ready? Сделаем потише. First angle. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Longer. Not bad. More focus on toes again. More focus on angles again. Elbows, sorry. One more time. Knees out. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Not bad, but little soft toes. One more. Elbows better. Toes too soft and too slow. More harder motion your toes up. Let's go. One. Two, three, one, two, three, one, two, three. Harder. Окей, немного прыгнул вперед. Все хорошо. Окей, not bad, Anthony. А вот девушка. Так, ну продолжим работать дальше. Ну что ж. Вот мы добрались до критического веса 40 килограмм. Посмотрим, что нам сейчас покажет. Knees out. One, two, three. One, two, three. Same. Okay, better, much better. Good. Вот сейчас получше уже. И грудь у нас ровней. Подрыв мощней. Так, ну вот мы практикуем протяжку, поменял ему углы поясницы, рук. Lower back, more arch, more arch, again round, tight, tight, yes, even up. Not bad. Угу, ну, сейчас получше. Okay, squats, more wider, okay, good, tighter, not bad. Ну, для первого раза неплохо. Три, one, two, three. Little soft. Last rep with your soul. Ну что, вот работа с очередным любителем тяжелой атлетики закончилась. Вот. При нашем разговоре оказалось то, что он пилот и обучает людей летать на самолетах. Вот. Из-за того, что я ему исправил и научил делать его подрыв, он пообещал меня научить летать на самолете.
Вот. И наш последующий визит, который мы планируем в Нью-Йорк, в один из залов тяжелой атлетики, вот, где также наши друзья, знакомые, которые были до этого на наших семинарах, вот в эти дни меня пообещали прокатить над Нью-Йорком на самолете и даже дать порулить. Главное опять в башню не врезаться ни в какую. Чтоб опять ЧП и не произошло, не объявили террористическую атаку. Хотел вам показать, ознакомить, какие машинки подъезжают сюда, к нам в зал, к залу. Так, ну начну с этих. Вот. Ну просто хорошие, дорогие машины. Вот уже что-то более интересное. Трансформеры подкатили. S5 комарик. Вот такой хочу до сих пор. И, наверное, при первой возможности куплю. Даже не знаю, сколько у него лошадей. По-моему, 700. Если я не ошибаюсь. Ну, судя по количеству труб, не меньше. Вот такой он. Красавец. Это у нас что это? Пантиак или Корвет? Вот такой у нас Корвет стоит здесь. Мощный. Вот. Бабл Гум или Бабл Джим, как там его звали. В трансформерах. S5 тоже. Комарик. Вот все так вот происходит. Обычные спортсмены ездят на обычных таких вот машинах. Хотел вас ознакомить с моей новой диетой. Да, я начал держать диету, которую ни разу в жизни не держал, даже за какую-то ее часть. Вот, меня все время они спрашивали, но я ничего не мог о ней особого рассказать, потому что ее особо-то и не было. Но я понял, что это был совсем неправильный подход к делу. И решил сейчас все это дело улучшить и поменять. Так как здесь страна, где легче наткнуться на профессионалов именно питания, диет, психологов разного типа и так далее. Вот. Попробовал 2 дня. Мне понравилось, самочувствие улучшилось, и я понял, что действительно я до этого как-то не так питался, и стоит в этом плане что-то поменять. С этого дня я начинаю кушать. То есть уже не с этого, а с 2 дня назад. Овощи. Ой, то есть это фрукты, дыня, ананасы. Ну, это все фрукты, ягоды, яблоки, овощи, опять-таки, салаты. В яблоки, С, Б, витамины, АБВГД. Вот. Очень полезный черешневый сок. Редкий и полезный. Перестал есть трупы. Трупы животных, которые двигались и не двигались. Но здесь чуть-чуть трупа есть. Это труп курицы и труп тунца. Но здесь немного, в основном все свежие овощи. Вот. Даже сахар перестал есть. Вот это сахарозаменитель. С разными вкусами, правда. Но 3 капли нужно на чашку чая. Сейчас покажу даже какую чашку чая. Примерно на вот такую чашку чая. Нужно таких 3 капли, чтобы вот эта чашка чая стала сладкой. Вот абсолютно не содержит эти штуки сахара. Вот, чтобы не засорять свой организм сейчас. То есть решил подойти во многих вопросах по-новому, в том числе и в еде. Как это у меня сработает, что со мной станет, посмотрим. Вот, в принципе, если я замечу улучшение, люди вокруг меня заметят улучшение, я думаю, тогда стоит задуматься и немножечко поменять какие-то взгляды, да, особенно на диету, на свою еду. Вот. Я знал, что я неправильно питаюсь, но как-то все руки не доходили к этому подойти правильно. Вот оно, вот оно, вот она ясь, рыба моей мечты. Ну ладно.
пойдем дальше. Сегодня я встретился еще с одним своим старым другом. Вот, приехали немножечко пообедать, ой, уже вернее поужинать. Перетренировался немножко сегодня. Так, ну вот мы посетили один из их молов. Это не считается большим, но он большой. Вот оригинальный салон, американский салон айфонов. Apple. Мы здесь еще прогуляемся, посмотрим цены на iPad, на iPhone, которые всегда все спрашивают, а сколько стоит здесь. Вот мы увидим. Сейчас нам надо перекусить и что-нибудь еще. Ну а такие здесь спортивные магазины. Вот такой выбор. Я думаю, они маленькие. Я даже боюсь сюда заходить, потому что я, наверное, просто так оттуда не выйду. Огромный молл, что-то типа нашего охотного ряда, Сума. Интересно. Вот, пожалуйста, еще один спортивный магазин. Я даже уже фирмы не читаю, они мне просто не интересны. Я просто обалдеваю, какой у них здесь выбор одежды. Чубака. А в натуре. СССР в натуре. Помнят все такие, блядь. Футболки. Носки. Кому нравится. Бревно. Что за бревно? Подушка. Подушка. Да, у хозяина, конечно, хорошее воображение вообще. Поехал, давай, давай, давай. Давай. Ну, в общем, клиенты есть. Все нормально. Все нормально. Вот таким образом здесь покупают воду. Немножко отличается от нашего. И что они берут? А, нажать? Давай, давай. Не беру, тормози. Не снимай. Короче, поломатый банкомат. Вот мы посетили такой магазин, где продаются вот такие
бормотом. Это кто? Эй! Вот такие. Что за порода? Пангл какой-то. Валерич. Вот такая чувахуахуахуа. Чуть не заматерился. А что такая дворняжка какая-то? Поймали, походу, недавно. Это что-то страшненькое. Так. Все? Закончилось? Это тоже какая-то дворняга будет. Что делать? Эй, Колян. И, по-моему, выпивший. Опа. Дурин. Hello. А что за порода? Шипу? Помирай? Помирай? Ну, вообще прикольно.